Здравствуйте. Была замершая беременность на 7-й неделе. По гистологии ответ. В хориальных морщинках прослеживается слабая пролиферация трофобласта. Что это обозначает? Как правило, результаты гистологического исследования при замерших беременностях, тем более на маленьких сроках, они не дают нам точного ответа о том, на вопрос, почему это произошло. Да, изменения, которые там происходят, они не специфичны. Иногда даже гистологи говорят, предполагают, что есть какая-то, да, вот по своим параметрам, предполагают, что есть какая-то генетическая аномалия. Это не всегда, ну, как бы так, да, то есть это нужно подтверждать. Если 7-я неделя, то там, в принципе, можно сдавать более точным, как бы, исследованием, будет кариотипирование абортуса, вот, да, вот этого плодного яйца, который выходит, для того, чтобы понять, генетические аномалии есть или нет в этом эмбрионе. Вот это исследование, как правило, более информативно, чем гистологическое исследование, которое не специфично для ранних сроков беременности и не дает нам точного ответа, почему это произошло. По кариотипу абортуса мы хотя бы понимаем, да, там какие-то сильные генетические аномалии были у эмбриончика, есть или нет.